Новый год – это время волшебства и чудес. Но не только Дед Мороз может сделать наступающий праздник сказочным. Чтобы подарить частичку тепла ближним, достаточно просто иметь сострадание и не быть равнодушным к чужим невзгодам. Канал 16 продолжает благотворительную акцию «Мы помогаем». Мы получаем огромную обратную связь на нашу акцию и со стороны жителей города Сарова, которые с удовольствием несут подарки и продукты для пожилых людей, так и от тех людей, которым мы помогаем. Мы получили много писем, много звонков в нашу редакцию со словами благодарности, потому что, казалось бы, небольшой подарок, продуктовый набор на самом деле приносит в дом к этим старикам, которые волею судеб остались одиноки, настоящий праздник. До праздника остается немного времени. Но у вас еще есть несколько дней для того, чтобы присоединиться к акции. И сделать это просто. Покупая продукты домой, захватите пакет крупы, пачку печенья или чая. На первый взгляд, незамысловатый набор для кого-то станет приятным подарком. Мы решили коллективом канала 16 не просто саккумулировать все ваши позитивные эмоции и вашу доброту. Мы решили сами в ней принять участие, собрали денег с коллектива и отправляемся в магазин, чтобы сделать настоящий новогодний подарок для тех, кто нуждается. Как по традиции, в эту акцию мы принимаем и консервы, и крупы, и, конечно же, сладкое. Ведь какой праздник без сладкого? Да, праздник обязательно должно быть сладкое. Собранных в рамках акции продуктов хватит для того, чтобы сделать несколько праздничных наборов. Но с вашей помощью мы можем порадовать гораздо больше одиноких пенсионеров. Передать продукты и новогодние сувениры для бабушек и дедушек можно по адресу Силкина, 41, второй этаж. Давайте дарить праздник вместе. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.